Святой Карат, да хранит меня свет твой, да ведет мудрость твоя. В окромешной тьме вступаю, душу мою ко свету направь. Святой Карат, да хранит меня свет твой, да ведет мудрость твоя. Тихо! В окромешной тьме... Закрой пасть! Учуяли. Бежим! Брось его! Беги, давай, беги! Тоже сейчас помрет! На кой он тебе вообще сдался? Увидишь. Святой Карат, да хранит меня свет твой, да ведет мудрость. На меня смотри! Все наше золото за той дверью. Нет, нет, я пришел сюда ради знаний. Бегут! Знаю. Сюда иди! Давай, сними печать. Открой дверь! О, пречистый свет! Втроем они придут. Втроем твой путь откроют. Кровь укажет. Это какая-то бессмыслица. Кровь. Кровь. Кровь — это ключ. Кровь — это ключ! Что? Нужны еще двое! Скорее! Идите! Я задержу их! Но! Так, тут написано. Кровь покорных должна... А, чтоб тебя! Ха! Сработало! Но он же там... Он уже не желез. Ну и нечего ныть. На троих делить-то оно всяко лучше. Золото точно где-то здесь. Счета. Втроем они придут, втроем твой путь откроют. И кровь покорных... Слався, слався творец, слався дочь, о нет. Есть что про золото? Что там дальше? Это молитва, это ритуал, такое нельзя говорить. Хорош врать! Мы шли сюда за кладом! Что это за место? Я не знаю. Может быть, это храм. Или склеп. Это или... врата. А кровь – это ключ. Из глубин бездны грядет твое избавление. Втроем они придут. Втроем твой путь откроют. И кровь покорных
ведет тебя домой. Встань. Святой Кран, да хранит меня святой, да ведет мудрость твоя. Открой глаза. Да хранит меня свет. Здесь нет света. Ты шел во тьму ради знаний. Да. И все эти знания здесь. Покорись. Прочти слова. Позови ее. Втроем они придут. Втроем твой путь откроют. И кровь покорных приведет тебя домой. Славься, дочь ненависти. Творец Санктуария. Славься. Вечная Матерь, спаси нас.
Санктуарий создавался не для людей. Он был пристанищем для тех, кто устал от войны небес и преисподней. Однако теперь битвы вечного противостояния гремят и здесь. Таинственные Харадримы защищали смертных от угроз. Сейчас этот некогда могущественный орден утратил былое величие, и древние создатели Санктуария вернулись, чтобы подчинить себе души людей. Это история об их падении. Надо найти укрытие получше до того, как замерзну.
еще один заброшенный город. Демоны! Повсюду! Во тьме! Клыки! Он меня укусил! Аккуратнее! Он в выступлении! А тебе какое дело? Тише, Освин. Прости нас, незнакомец. Сейчас у нас непростые времена. Этот безумец просто ввалился в город и начал дебоширить. Демоны лезут из руин. Убьют нас всех. Всех убьют! Из руин? О чем это? Идем. Я все объясню. На севере есть руины, где обитает зло. Этот монах, должно быть, побывал там. То, что он увидел, свело с ума даже праведника. Если Девмир займет все место у огня, просто пихни его как следует. Не мог бы ты защитить нас от того, что бродит снаружи? Нам больше некуда идти. В этих руинах поселилось зло. Я с ним покончу. Правда? О, вот спасибо. Если Девмир займет все место у огня, просто пихни его как следует. Только не в городе. Я еще не готов. Дороги не пройти. Надо попробовать, когда буря уляжется.
Предложить тебе подлинные сокровища прошлого. Еще не готов. Я еще не готов. Я еще не готов. Продолжим путь.
Тихо! Ha!
Старые руины пусты. Городу ничто не угрожает. Правда? Ха-ха! До тебя нам послали небеса. О, прости. Деньгами отблагодарить не можем. Только похлебкой, душевной беседой и... Эй, выпей с нами! Смой вкус похлебки! Твое общество – честь для нас. За спасителя! Во имя крови матери и плоти матери, узри же ее славу и умри. Еще не готово. Они идут. Вся деревня. Вставай. Вставай! Придется выбираться с боем. Сюда! Взять их! Сохрани нас, свет. Заблудшие души! Мы все потеряны! Благословлен, как и мы. Кажется, все. Сохрани нас.
Безумец? Эти еретики отравили меня, когда я вернулся из руин. Как и тебя. Когда я пришел в себя, то сбежал. Попытался попасть в часовню, но дверь была заперта и... Что это за зло такое? Кровавые лепестки? Они, должно быть, скормили их мне. Какое богохульство! Где они этому научились? Ответы наверняка спрятаны в часовне. Ее не просто так заперли. Ключ должен быть у их предводительницы –